И в завершении спортивных новостей. День физкультурника не за горами. 13 августа на стадионе «Труд» состоится массовый спортивный праздник. Всероссийский день любителей физической культуры в Кунгуре обещает быть насыщенным. В программе мероприятия торжественный парад. Построение начнется в 10:45 на главном стадионе города. После этого все желающие могут посмотреть финальный матч Кубка города Кунгура по футболу. Приглашаем всех болельщиков поддержать свои команды «Турбобур» и «Нагорный». По традиции, во вторую субботу августа вся наша страна будет отмечать Всероссийский день физкультурника. Ну и Кунгур тоже не останется в стороне от этого мероприятия, в котором примут участие все желающие, независимо от возраста, и дети, и взрослые. В этот же день на стадионе пройдут турниры по шахматам и шашкам. Также в программе стритбол, волейбол и дартс как для мужчин, так и для женщин. И это еще не все. В полдень на труде стартует большая шведская легкоатлетическая эстафета. А после состязания по армрестлингу. Напомню, спортивный праздник пройдет 13 августа в 10:45 на стадионе «Труд». На этом у меня сегодня все новости спорта. Что произойдет в следующие 7 дней, расскажем ровно через неделю. Спасибо. Это была Дарья Гребнева и рубрика «На старт».